Здравствуйте, сегодня 15 декабря, в эфире новости от Maxi Markets. О самых важных событиях рынка Форекс расскажем прямо сейчас. В пятницу на утренних торгах в Азии евро-доллар торговался практически без изменений, консолидируясь в узком боковом диапазоне, вблизи уровня закрытия предыдущего дня. Сообщение о том, что Европейский центральный банк в рамках реализации программы по предоставлению дешевых кредитов предоставил коммерческим банкам ликвидность на сумму 130 миллиардов евро, а также то, что спрос на 4-летние кредиты оказался выше, чем во время сентябрьского аукциона, позволило быкам вырваться из диапазона и начать восстановление пары. Опубликованные в ходе дальнейших торгов данные по промышленному производству в еврозоне также оказались довольно позитивными. Октябрьские показатели выросли второй месяц подряд, хотя и минимальными темпами. В результате курс пары активно устремился вверх, быки открывали лонги по евро, несмотря на выход весьма позитивной американской статистики, продемонстрировавшей в декабре рекордный рост потребительской уверенности до уровня 98,3 пункта. На исходе дня котировки валюты достигли уровня 1.2484, вблизи которого пара и завершила торговую сессию. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем попытку пары протестировать сопротивление быков по линии недельного восходящего тренда 1.2428. Далее ожидаем возобновления коррекционного подъема курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.2484, 1.25, 1.2530. Переход к нисходящей ценовой динамике пары может стать актуальным только в случае последовательного пробоя вниз ключевого уровня поддержки 1.24 и нижней границы линии Боллинджера 1.2375. При этом курс пары может протестировать на снижении ценовые уровни 1.2355 и 1.2330. Затем ожидаем возобновления подъема единой валюты к вышеназванным целевым уровням. Фунт доллара на торгах в пятницу расположился в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1.5733, 1.5693. Пара демонстрировала полнейшую апатию, не реагируя ни на снижение строительной активности Великобритании, ни на позитивные данные из США по экономической уверенности потребителей, ни даже на рост стоимости кредитования при покупке британских гособлигаций. Участники рынка не желали продавать британский фунт в ожидании коррекции американской валюты. В этих условиях курс пары открыл дневную торговлю на ценовом уровне 1.5718, а завершил торговую сессию незначительным снижением на отметке 1.5712. При этом пара остается вблизи максимальных уровней коррекционного отката и сохраняет неплохие перспективы дальнейшего восстановления. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем первоначальное снижение пары в ценовую зону 1.5684-1.5650, а затем возобновление подъема британской валюты к ценовым уровням 1.5757 и 1.58. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок, и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа, ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль – наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы – трейдеры. We'll be right back.
экономической статистике понедельника Япония опубликует индексы деловой активности в секторе крупных производителей и в непроизводственной сфере за четвертый квартал текущего года. Великобритания представит индекс цен на жилье и баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников за декабрь. В Канаде выйдут ноябрьские данные по объему продаж жилья на вторичном рынке недвижимости, а в американской статистике будут опубликованы ноябрьский объем промышленного производства, коэффициент загрузки производственных мощностей и декабрьский индекс уверенности застройщиков на рынке жилья.